Тверском дворце творчества детей и молодежи подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 годов. В этом году в ней участвовали более 12 тысяч ребят. Репортаж с церемонии награждения смотрите прямо сейчас. Софья знает более сотни китайских иероглифов. Она с 5 класса учит китайский язык и в этом году принимала участие во Всероссийской олимпиаде школьников по этому предмету. Девушка сначала прошла школьный, потом муниципальный, затем региональные этапы. Впоследствии стала победителем. Но в заключительном этапе не хватило нескольких баллов до призерства. Поучаствовать в олимпиаде такого масштаба – невероятно интересный опыт. Это очень вдохновляет. Во время олимпиады я подружилась со многими такими же увлеченными языком ребятами, некоторые из которых носители языка. Артем участвовал в олимпиаде сразу по трем предметам – истории, обществознанию и мировой художественной культуре. По каждому предмету получил хорошие результаты. Я стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре. Также я участвовал в олимпиаде школьников высшая проба по профилям английский язык и стал победителем. Учитывая ту поддержку, которую нам оказывали наши педагоги и ту подготовку, которую они нам дали, все задания были трудными, но выполнимыми. Всероссийская олимпиада школьников – самая престижная в системе российского образования. Она проводится ежегодно по 24 предметам в 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году тверские школьники показали лучшие результаты за последние годы. В региональном этапе 106 тверских школьников заняли призовые места. Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным, крупным интеллектуальным состязанием страны. Тверь неизменно принимает участие в предметных олимпиадах. И этот год не стал исключением. Более 12 тысяч школьников принимали в нем участие. И очень уверенно наши ребята проходили из одного этапа в другой. 21 школьник представлял Тверскую область на всероссийском этапе Всероссийской олимпиады школьников. Есть один абсолютный победитель всероссийского этапа по обществознанию – Егор Каюков. Он учится в 10 классе в 12-й гимназии. Теперь у всех победителей и призеров заключительного этапа есть возможность быть принятыми без вступительных экзаменов в государственные вузы, где этот предмет является профильным. Наш телеканал присоединяется к поздравлениям и желает ребятам новых побед на интеллектуальном поприще.